Всем ассаламу алейкум. Вчера у нас стартовал второй поток лагеря. Вот, и мы сегодня забрали ребят на новый челлендж. Приз какой у вас? На что играем мы? Бассейн? Бассейн, да. Все, вот там у нас бассейн. Кто выигрывает, смело купается. Сколько минут? 5 хватает? Да. 10. 10, давай 10. 10 минут. Все. Горной водой, вот оттуда с гор течет вода. Прямо бассейн. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И маха, джану, ану. Мимо. 5, 6, 7, 8, 9. Ага. Первый есть. 3, 4, 5. Быстрее. 7, еще быстрее. 8, давай. 9, 10. Ага, ага. Ой-ой-ой. Справился. Уже у двоих есть гол. Кубаев, что вы там творите сегодня, а? Уже у двоих. По голу. Я сейчас крутит. Крутит? Я уже быстро побежал. 7, 8, 9, 10. И быстрее. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще быстрее, еще быстрее. Догоняют сзади. 10, 10. И оп, 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 оп. Ой-ой-ой. Так, трое оставшихся. Сейчас 10 в одну сторону, 10 в другую. Выявляем чемпиона. Готовы? Да. О, это был мега крутой челлендж, по-моему. Сейчас посмотрим. 10. И! Абдулла, ты живой? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, Маган Саид. 2, 3, представляю, что у него будет после этого. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и что там, Куба? Ой-ой-ой, ты живой? Да. Красавчик, Маган Саид. А ну давай, походи немножко. Нормально шатать будет его. Ибрагим, ну хорош, хорош. Без перчаток, правда, но все равно умница. Так, и Алиф Шамиль. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Быстрее давай. 1, скорость, 2, скорость, 3, надо быстрее, перед 4, ногами. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Быстрее зашли. Оп, 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 оп. Ой-ой-ой, Алиф Шамиль. Алиф Шамиль, чемпион первого челленджа, держи. Как, голова как? Крутится? Давай, финт пьяного даргинцев. Давай, считаем, ребят. 10, в каждую сторону по 10. Давай. Раз. Быстрее. Быстрее, быстрее, Усаич. 3, 4, 8, 9, 10. Ну что, как вы, Саид? Нормально уже. Ну что, ребят, второй челлендж. Вы выбрали какой? Да. Как я вижу, здесь уже у нас все установлено. Это у нас, грубо говоря, мороженое, да? До этого бургер был, сейчас мороженое. Так, Ибрагим, ты готов? Ребят, вы готовы? Да. Что, первый махач? Да. О, хорош маха! Легендочка, легендочка. Следующий. Давай, Кубаев. Ой-ой-ой, Кубаев. Ты, по-моему, в сторону Санторини бил, нет? Ой-ой-ой, хорош. Кэп, кэп, капитана. Ой, нету, нету. Кто у нас остается? Кабардиев. Ой-ой-ой, а штанг, где эмоции, а? Ой, другое дело. Ставишь 45-м размере, да? Он что делает сегодня, скажи себе? Конус, чуть конус не сломал. А мячик что? С тебя конус, это мой конус вообще-то. Я делаю контент. Все. А мячик не забил? Так, у нас после первого этапа конкурса остается 3 участника. Это Дибиров, Махач, Кубаев, Маган Саид и Кабардиев Мухаммад. Готовы? Да. Ватар готов? Да. Давай, Маха.
Вышли. Ой-ой-ой, махай, что с тобой сегодня, а? Хорош. Магай, смотри, мяч с места не двинулся даже, ты че, друг мой? Я еще так ударил, он под мяч вот так ушел. Мне кажется, ты специально сделал, нет, Магай, смотри? Ничего себе. Даем попытку ему новую или это уже все? Даем. Даем? Давай. Тоже дайте. Ну ничего, контент запилил ты нам. Кабардиев, давай за весь Кизляр, Кизлярский район. Ой-ой-ой. Получается, он Махач, обладатель второго челленджа Mount Boys Camp Унцуколь. Ну что, как настрой? Как отлично. Ощущение как? Ощущение? Все хорошо. Как вообще обстановка в горах? Все отлично. Такой воздух хороший. Здесь тренироваться. На бассейн настроился? На бассейн? Да, да. Гигант. Так, ребят, ну что, вы определились с третьим челленджем? Да. И какой он будет у нас? Смотрим по игроку спиной, чтобы он когда мы кинем мяч, кидаем. И на ход, и получается пробиваем удар. Да, все. В этом готовы? Челлендже я буду победителем. Ну, это не точно. Ну да, бассейн надо заслужить. Просто смотрите. Если вдруг Мусати становится победителем, то он покупает вам мороженое. Да, давайте. Нормально? Да. Нормально? Конечно. Все. Видите, он долго перебирает ногами. Так, первая попытка неудачная у нас. Куда ушел? И дальше бросайте, давай. Ой, обратно. О, хоть что-то интересное получилось. Тут Татья обитает здесь. Да, победитель, да? Ой-ой-ой, Кабардиев, хороший удар получился. Так, и Юсуф Мусаевич. Нет, не забьете. Если не забивает, он вам всем по мороженому. Да? Так, смотри сюда. Ага. Два мороженых хочешь? Ну что мутит, скажите, пожалуйста. Так, подальше, чтобы я... Ну хорошо, только за это два мороженых не забивайте. Два мороженых, да? Хорош, Маха. Ибрагим, ты готов? Не твое это, друг мой. Зачем тебе это... Готовы? Да. Давай. Подальше прям. Вот она! Все, мороженое уже есть. Бассейн у кого-то есть, у кого-то нет. Я выиграл. Так, Кабардиев, третий челлендж за тобой. Молодец. Спасибо. Ну что, как эмоции? Бомбовые. Погода тоже хорошая. Красавчик. Ребята, футбольный булит. Дается время 5 секунд. Это ты под себя подобрал, да? Чтобы выиграть хоть один. Да. Он под себя подобрал, ребята. Вы согласны с ним хоть? Давайте. Попробуем, дадим шанс, дай ему. Время буду брать. 5 секунд, максимальная скорость. Вратарь готов? Да. Максимальная скорость, обыгрываем, бьем, как хотите, забиваем, да? Начинаю, да. Так. По сигналу. Готов? Да. Поехали. 3, 2. Первый успеем. Есть. Успеем. Хорош, Кубаев. Здорово. Мусаевич, ты там не хитришь? Нет, конечно. Готов? Да. Поехали. О, перестарался, Куба. Все четко. Готовы? Поехали. Есть. Успевает Алиев Шамиль. Кабардиев готов? Да. Поехали. Хорошо. Здорово. Да, по-моему, и здесь я не выиграю. Поехали. Так, вот слишком блин. Просто, Мусай. Ты сейчас сделай, и после этого на 3 секунды перейдем. Да, на 3. По-моему, я не смогу. Давай, Мусаевич. Давайте все болеть за Мусаевича. Да. Он себе придумал челлендж и не может, по-моему, выиграть в нем. Юсуф Мусаевич. Да. Юсуф Мусаевич. Ай-яй-яй, хорошо. Забил, делает. Вторую попытку. Только уже вместо 5 секунд 3 секунды. Кубаев готов? Да. Смотрим. Поехали. 2, 1. Есть. Успел. Первый есть. Куба хорош на минималках. На минималках. Поехали. Нет. Махач готов? Да. Поехали.
Есть. Видишь, время как давит на них, а? Да. Вот это в футболе используется, когда у тебя мало времени, защитники сзади бегут, набегают. И в такой ситуации ты должен максимально быстро принять решение и забить гол. Вот под давлением, можно сказать. Поехали. Вратарь, давай! Кабардия! Хороший! Алиев, готов ты? Алиев. Юсуф Мусаевич. Мусаевич. По-моему, надо сразу бить, я не добегу за 3 секунды. Так, раз. Раз, два, поехали. Ой-ой-ой! Добивания у нас нет, поэтому домой! Ой-ой-ой, ничего, еще не все потеряно, Кабарди, у тебя попытка. Так, по еще одной попытке у Кабардиева и Кубаева. Готов? Поехали. Поздний старт и... Не успел. Получается, если сейчас Кабардиев не забивает, можно этот челлендж отдать вратарю, правильно же? Да. Правильно? Да. Если ты сейчас отбиваешь, ты выигрываешь челлендж, Ибрагим. И купаешься. Готов? Раз, два, три. Давай. Так, обладатель этого челленджа у нас Биарсланов Ибрагим. Иди сюда, красавчик. Поздравляем тебя. В прошлый раз тоже Рашид смог выиграть, так что молодец. Так задушал ты, а? Тяжело, что ли, было? Да нет. Нормально? Ну это все. Это горы, да? Это горы, друг мой, горы. Последний челлендж. Ребят, а ну, Купай, покажи. У нас есть кон, да? Пробить. У нас 5 ударов, вратарь и 15 секунд. Юсуф Мусаевич отвечает за время. Кто больше забьет за 15 секунд, надо уложиться в время, правильно? Так, первый, кто у нас начинает? Катя. Давай, Кубаев. Готов? Да. Поехали. Так. Ага. 8 секунд. Быстрее, 5. 3, 2, 1. Так, засчитаем. Сколько дало? 2. Чуть-чуть хитрил, конечно, вот здесь, но ничего. Поехали. Ой-ой-ой, какой сейв. Есть, и... Ой-ой-ой, видите, ребят, потерялся немножко. Ну ничего, удары были хорошие, вратарь тащил. Первый удар он как вытащил, я даже не знаю. Поехали. Мухаммад. Есть. Нет. Ой-ой-ой. Кто у нас следующий? Нибиров, готов? Поехали. Маха. Ну и такое тоже бывает. Поехали. Шоу-ма. Ой-ой-ой, прикинь, как повезло. Давай, Ива. Так, 2 гола. Как у Кубаева ситуация? У тебя тоже 2? Да. Все, вы пока наравне, оставляем вас двоих в игре. Сейчас Юсуф Мусаевич хочет отыграть мороженое. Если он сейчас выиграет, вы ему мороженое прощаете? Давайте мы подальше ему конус поставим, потому что он за 2-3 шага. Нет, давайте вы так. Если он не выиграет, он 2 мороженого должен. Давайте. А если выиграет, то что? А если выиграет, то тогда... Я на тебя договорился, брат. Спасибо. Смотри, если ты сейчас проиграешь, то 2 мороженого. Да, нет. Махач отвечает за время. Че, готов ты? Я. Без паники, без паники. 3, 2, 1. Ибра! Хорош! Стоп!
Я уже знал. Все равно вам всем беру мороженое. Вы большие молодцы. Давайте каждому 5. Здорово. Давно не играл. Потеряли. Ты пока напрягался, я думал, это матч Лиги Чемпионов. Из-за Юсуфа Мусаевича 2 мяча потеряли. Кубаевых не остановить, а? О, пошла тема. Ух ты, чудо опасное сальто.